44-летний Алекс Родригес, Александр Родригес, гордится выступлением своей возлюбленной, 50-летней Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес, на Супербоуле. Спортсмен признался, что избранница дарит много эмоций не только любимой работе, но и семье. Звезда фильма «Стриптизерша» вместе с певицей Шакирой устроила зрелищное шоу в перерыве финального матча Американской национальной футбольной лиги. Алекс поддерживал Дженнифер во время выступления. Родригес отметил, что гордится избранницей. Он назвал Лопес самым трудолюбивым человеком из всех, что он когда-либо встречал. Ее выступление было поразительным. Она всегда вдохновляла всех нас. И этот день не стал исключением, признался Родригес и Энн Линне. Бойфренд звезды отметил, что Лопес обладает неуемной энергией. Она проявляется во всех сферах ее жизни и дает заряд позитива близким людям. Она отдает столько любви. Все делает с такой страстью. И такие чувства она испытывает ко всему, за что берется, подытожил Родригес. Ранее Дженнифер Лопес обрадовала жениха страстным поцелуем у елки. Звезда захотела родить ребенка от Алекса Родригеса,